Приветствую вас, дорогие подписчики, гости и друзья моего канала. Хочу поделиться с вами одним быстрым, интересным и вкусным блюдом из шампиньонов. Это называется шампиньоны фаршированные. Делается блюдо очень быстро и получается очень вкусно. Продуктов тоже надо минимум. Пол средней луковицы репчатого лука. Вот это вот ножки от грибов, мелко измельченные. 150 грамм сыра. И одна маленькая морковка. Сейчас лук, измельченные грибы и морковь мы обжариваем быстро на сковородке. И потом фаршируем грибы. Наливаем в сковороду подсолнечное масло, разогреваем и в разогретое масло уже высыпаем наши компоненты. За что я люблю шампиньоны, то они очень быстро готовятся. Форма шляпки такая удобная, то ее можно фаршировать. И сами грибы очень вкусные. Само блюдо делается очень быстро. Сейчас быстро обжарим, остудим и начнем фаршировать. Лук с морковкой и грибами поджарился. Добавляем пол чайной ложки соли. Ну, соль можете добавлять по вкусу. И добавлю немного смеси перца. Черный перец, красный, белый. Все с горошком. Контрольный раз перемешиваем. Даем, выключаем и даем овощам остыть. Пока остывают грибы с морковкой и луком, подготовлю шляпки шампиньонов, понемножку майонеза в каждую шляпку. После того, как выложили майонез, охлажденную овощную смесь выкладываем в шляпки. Вот так вот начиняем каждую шляпку. И теперь сверху накладываем тертый сыр. После того, как разложим сыр, убираем все в духовку. На 180 градусов минут на 30. А потом уже будем смотреть по готовности. Вот так вот у нас все получилось. Немножко сыр продавливаете внутрь, чтобы его поместилось побольше. Чем больше сыра, тем вкуснее. Ну, а теперь ставим в разогретую духовку. Поставили в духовку. Конвектор не включаем. Включаем только верхний и нижний тен. Ставим температуру 180 градусов. Ну и примерно ждем
30 минут, а потом уже будем смотреть, насколько готовы грибы. Процесс пошел. Прошло полчаса. Как видите, грибы уже почти готовы. Ставлю 150 градусов и поддержим еще минут 10 в духовке до полной готовности. Вот, друзья, за 40 минут получились вот такие вот великолепные фаршированные шампиньоны. Сейчас покажу, как они получились. Вот так вот поджарились. Все отлично, полностью соответствует тому, чему я хотел. Пробовать не буду. Я и так, друзья, знаю, что они очень вкусные. Но пока что они горячие. На этом буду видео, друзья, заканчивать. Всех благ вам, вашим близким. Рекомендую данное блюдо попробовать и приготовить. До новых встреч!